приехал лейб-медик Николая I, Арендт. Я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна. И что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды. Я благодарю вас за откровенность. Только, пожалуйста, не говорите об этом жене. Я прошу вас от моего имени просить государя, чтобы он меня простил. Просите за Данзаса. Он мне брат, он невинен. Я схватил его случайно на улице. Прощайте, друзья.